Привет, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов. И в этом видео мы раскроем с вами первую посылочку, которую собрался и прислал подписчик. Несколько людей собиралось, как бы до этого. Были люди, которые спрашивали адрес, хотели что-то отправить, но этот человек стал первым. Зовут его Чемодуров Алексей Александрович, он из города Москва. Вот такую вот посылочку он мне прислал. Так что давайте мы сейчас с вами глянем, что у нас там находится. Что моряку подарили? Просто так. Итак, внутри у нас здесь вот. Здесь вот пусто, никаких записок у нас нету. А внутри лежат две вот таких вот колоды, бишки фиолетового такого цвета. Первый раз такие вижу, кстати, если честно. Мне прям очень приятно, Алексей, спасибо вам огромное. В ближайшее время я, конечно же, одну колоду прокраплю, чтобы поиграть с кем-нибудь в покер. А вторую колоду, конечно же, я сниму обзор, и мы с вами посмотрим, что это за бишки такие фиолетовые. Уважаемый Алексей, за то, что вы прислали эту первую посылку, и за то, что вы стали первооткрывателем новой рубрики, а новая рубрика так и будет называться «Посылка от подписчика», я, в свою очередь, тоже хочу поднести вам подарок и подарить одну очень клевую колоду, которую мне недавно прислал магазин 54 Cards. Обзор на нее я уже снял, вскрыта она была лишь один раз, не переживайте. Колода в идеальном, в новом состоянии. Вот эта вот колода отправится вам. Если ваш адрес точно такой же, то, пожалуйста, напишите мне в личку ВКонтакте. Эта колода теперь ваша, дарю. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же моряк, и до следующих встреч на нашем судне.